Ребят, всем привет! В этом видео расскажу вам, как купить токен Ууши, как добавить его в MetaMask, с какими проблемами при покупке столкнулся я и можете столкнуться вы. То есть такая обозревательная общая инструкция, которая, так скажем, основана на моем опыте. Потому что, когда я покупал токен, мог купить его на несколько минут быстрее и тем самым сделать там не те иксы, которые у меня есть, а еще в 3 раза больше иксов. Тоже вам все сейчас покажу, расскажу. Вы присаживайтесь поудобнее, пишите в комментарии, какие у вас предположения по данному токену, какой будет пиковый курс, на что вы рассчитываете, по какой цене заходили и так дальше. Будет интересно послушать, почитать ваше мнение, ваши мысли. Хорошо, давайте начнем с того, что для того, чтобы нам купить данный токен, нам нужен, во-первых, MetaMask в нашем браузере, либо на нашем мобильном телефоне. Скачивайте, у меня, кстати, есть инструкция по MetaMask, еще давно-давно записывал, где-то она сверху всплывет. Устанавливайте данный кошелек себе в браузер. Хорошо. После того, как вы его установили, вам надо переслать сюда свои эфириумы. Вот ваш кошелек, на какой-то бирже покупаете эфиры, перекидывайте их сюда. То есть первый шаг мы сделали. Давайте сразу вам покажу, как добавить данный токен в MetaMask, чтобы вы видели его, как он отображается здесь. Мы на CoinMarketCap вписываем Ууши и находим его здесь. Чтобы вы даже туда не заходили, я вам вот данный контракт, который надо скопировать, оставлю в описании. То есть мы его копируем отсюда, заходим на MetaMask, точно я токен показываю, как добавить. Здесь import tokens, здесь пользовательский токен, вставляем данный адрес, ждем прогрузки, add custom token, import tokens. Я специально создал новый кошелек, чтобы вам вот это показать, как оно будет с нуля. Все, здесь будет токен Ууши. Далее, как его купить? То есть после того, как мы уже пополнили баланс, да, нам нужен сайт Uniswap, свапалка. Тоже оставлю ссылку в описании. Здесь, как видите, эфириумы мы должны на что-то обменять. На что? У меня тут уже Ууши вписано, потому что я покупал, но вы можете все тот же адрес вписать вот в данную строку. Есть, вписали адрес. Смотрите, здесь у нас есть количество эфира, мы просто вписываем то количество эфира, на которое хотим приобрести токена Ууши. При старте было как? При старте были только определенные суммы. Кстати, я не проверил, но если у вас, например, не купится по первому способу, самому простому, токены, то я оставлю еще вот эти цифры в описании на всякий случай, потому что на старте можно было покупать только определенные суммы. Но мне кажется, эти лимиты уже убрали. В целом, я информацию дал, а значит информацию, значит вооружен. Это такое правило у меня. Хорошо, все. Здесь мы выбрали эфиры, здесь Ууши. Здесь будет кнопка «Купить» или что-то типа того. Ну, если будет какая-то другая кнопочка, нажимаете ее, даете доступ своим эфирам и обмениваете. С какими проблемами столкнулся я и как я мог купить токены, ну, на минуту, на 2, на 3 быстрее? Здесь у меня не стояло проскальзывание. То есть токен был очень волатилен, из-за того, что он был волатилен, у меня проскальзывание было мизерное, 0.49, а не 49, я не смог купить, у меня просто не проходили транзакции. Поэтому там вот, я сейчас давайте сразу вам покажу свой баланс, свой кошелек, чтобы вы видели, что у меня токены есть, что я его действительно покупал. Так, обновлю данный сайт. Такс, сразу вам давайте покажу, вот, что тут по балансам. Есть максимум, писали. Я купил токены на старте на 0.12 эфиров. Вот такая сумма токенов получилась. Не максималка, где-то половина от максимальной суммы, которую можно было покупать на старте. То есть, какими проблемами столкнулся, почему не купил больше? Потому что, во-первых, если вы не можете купить, ставьте больше проскальзывания. У меня это 49. Далее, если дальше не проходит, забирайте вот эту галочку. Если еще не проходит, включайте VPN. То есть на этом должны ваши проблемы закончиться. Если нет, тоже пишите в комменты, пишите в личку, помогу, чем смогу. То есть в целом обменивайте и все. По сути, ничего сложного нет. А вот, кстати, вот, видите, вот такая кнопочка при покупке у вас может быть, но это не точно. Типа дать разрешение Uniswap на использование ваших эфиров. Вот, по сути, вся инструкция, ничего сложного нет. Вот такие вот ошибки у вас могут произойти. И как добавлять токен в MetaMask, тоже вам показал. По сути все, больше инфы никакой нет. Подписывайтесь на телеграм-канал, потому что тут даю информацию в первую очередь, потом уже на YouTube-канале. Все. Всех благодарю за просмотр. Всем желаю удачи, больших заработков. Всем пока.